Областная прокуратура выявила в Шаховской детской колонии ряд нарушений. Напомним, проверка была инициирована 22 января, когда 16 подростков с помощью одноразовых бритв порезали себе предплечье и живот. Таким образом, они хотели добиться послабления режима. Как выяснилось, лезвия хранились у осужденных в помещениях отряда, что запрещено законом, и, в общем-то, должны были быть изъяты надзирателями при осмотре комнат. К тому же, в день происшествия 10 подростков из первого отряда беспрепятственно попали в помещение, где находится второй отряд, что также запрещено законом. В связи с этим 25 января в адрес начальника УФСИН России по Орловской области было внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры области.